очередной лаз нашел. Есть лестница, потому что здание везде закрыто по периметру, вообще конкретно. Где заварено, где какие-то троса одеты. Запасной выход, склад. Ага. Видите, куда попадаем? Пусто. Все расхреначено. Конденсаторы. Там все течет. Значит, крыша дырявая. О, тут какая-то мебель осталась. Давайте глянем. А, это вообще начальник РММ. Угу. Тут уже какая-то документация есть. Че, где такие записи? Ага. 2009 год. КПП, решетки. Ну, это, походу, уже все. Эко-окна. Так что вот так вот. О, здесь тоже что-то. Может, бухгалтерия, что ли, была? Таблички никакой нету. О, календарь. А, 2011 уже год. Ничего себе. Так, а книжка тут что за книжка? Уголовный кодекс Российской Федерации. Вот, кстати, чтите. Потому что, вот, допустим, я никогда с объекта не беру вещи. Потому что это запрещено законом. Ничего себе. Это мы на самый верх поднялись. Ага. Здесь вообще. О, главный механик. Хоп. Чего тут у главного механика? Ага. И нет ничего. Рентгенкамера. Реки. А, тут, кстати, можно подняться еще выше. Нет, здесь нет ничего. Вообще просто все расхреначено. Так, ладно, сейчас спустимся на первый этаж.